Всем привет! Сегодня расскажу про доработки нашей выбивальной машины. Первое, на что хочу обратить внимание, машина уже готова к отправке клиенту. Панель для укладки ковров. Сейчас клиент по своему заказу может попросить сделать так, чтобы панель была по всей ширине ковра. Почему так? Потому что на практике показывают, что у кого очень много трехметровых ковров, они могут здесь провисать. Поэтому, чтобы было более удобно подавать ковер, мы можем сделать панель по всей ширине ковра. Далее, что касаемо пульта управления. Сделали более зональное распределение. На новой модели вы увидите. Мы сделали более эргономичное размещение кнопок. То есть здесь кнопки, касающиеся работы ленты, вперед-назад, стоп. То есть здесь кнопки контроля питания. Если при подключении какая-то ошибка, неправильно подключили, будет гореть данная кнопка. Если все хорошо, то будет гореть зеленая кнопка. Здесь кнопки, которые отвечают за процесс выбивания, за запуск щетки и вакуума. Опять же, кнопка питания и кнопка стоп. Здесь, собственно, частотник располагается, регулировка. Какой еще момент? Можете обратить внимание на цвет краски. Он также поменялся, краска молотковая. Цвет стал более насыщенный и глянцевый. Придает выбивальной машине более привлекательный вид. Опять же, вы можете это использовать для своего контента. Еще какой момент. Мы доработали вот эту вот защитную панель. То есть раньше здесь было небольшое расстояние. Практика показала у тех клиентов, у которых очень много трехметровых ковров, бывает такое, что вот эта пыль, грязь падала на чистый ковер, который сворачивался. Соответственно, мы доработали этот узел, и он стал по всей абсолютной ширине ковра для того, чтобы исключить вообще возможность попадания пыли. Что касается тыльной стороны выбивания машины, то мы тоже увеличили ширину вот этой защитной панели с целью того, чтобы сократить вот это расстояние и повысить разрежение внутри выбивальной машины, чтобы вакуумная система была более эффективна.